Расскажи, пожалуйста, что происходит. Есть красные червячки, рэперы, и есть... Рэперы? Лиза Лисичка? Почему Лиза Лисичка такая некрасивая? Потому что Жиза. Ай. Дочки, вот из Лизы Лисички зубы вот. У меня такие же. Кусачек. Лиза. Можно? Прости. Ты специально назвал их героя в честь меня? Есть еще Леша, два, просто 228. Какая прелесть. А кто-нибудь еще есть? Все? Есть... Эпический слава. Эпический слава. Почему слава эпическая? Ну, хотя ладно, Лиза Лисичка тоже неплохо. 25. Залазит в робота. Червяк, да? Да, червяк. Я. Да, это ты. Я червяк? Да, ты червяк. Ну ладно, все червяки, это все нормально. Это Ева Лиза. Да. Ты такая вот, такая упоротая, да? Такая... Да. Ты убила. А чем я его убила? Как ты? Роботом. Робот подошел, ударил его. А, и все, потом подошел, да, поэтому? Да. Хорошо, а это что делает? Он целится? Целится, он думает, ищет. Вот эту стрелочку зачем? Типа ты не это он сделать? Думает, а стрелочка это тот, кто ходит. А, стрелочка хорошо, над головой, то значит. То есть это пошаговая, да? Пошаговая, да. Прицел это то, куда целится. А облачко это, если бывает. Ты играешь с компьютером? Да. Можно с людьми. Это козел, да? Да, убил Лизу Лисичку. Убил уже все? Да, все. Сердечко. И робот взорвался. Грустно как-то. Отомсти, пожалуйста, Лёша, просто 228 за Лизу. Сейчас он авиаударом. Отомсти. Вот себе. Всё. Правильно, здесь так и надо. Можем как-нибудь еще назвать. К нам никого же нет. Это повтор. Особо да. Классный момент и повторится. Это классно. Все. Ты выиграл? Да. Можно и против людей, конечно, играть. Можно и за одним компьютером играть вдвоем. Тут у меня есть команда «Эпический слава», Лиза Лисичка, Олег Леша... Горыныч. Ну да. Через спаситель Иван Водкин, Юрий Горячий, Петя Стиратель. Да. Тут их можно переодевать, тут давать им наушники какие-нибудь, одежду, головной убор. Единорожек. Прикольно. Давай, перейдем. Можно я выберу, как будет выглядеть Лиза Лисичка? Ну, они все, вся команда переодевается. А, вся команда? Ну, давай тогда я выберу, как выглядит Лиза. Давай, я выбираю. Наушники ты нажму? Ну, да. Тебе эта голова была не понравилась? Это пулеметчик из Team Fortress. Останавливаю свой выбор на... Вот это уже классно было. Да. Есть еще голоса. Я предлагаю русского взять. Русский. Русский.
Отлично. О, замечательно, нормально. Отлично. Это женский. Странно. Идеально. Это же мужской. Я тебя приятно. Достану. Безупречно. Молодец. Лёшу можешь как-то переименовать. О, я придумал, может сюда Аделю какую-нибудь стирать, Аделя стиратель. Точно, давай Илюху сюда. Илюха. Проникатель. Илюха проникатель, нормально. Пронзатель. Натягиватель. Натягиватель 3000. 300. Модель Илья. Натягиватель 300. Нет, слишком большое слово? Да. Илья Пидорашвили. Ну, сам все это называл. О, фронтатель. Не знаю, на творчество иссякло. Ну, пускай будет, пойдет. Война червяков какая-то.